Ну ладно, 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 уговорили вы меня. Пройду я этого вонючего урода. Ну я его уже побеждал на самом деле. Всем привет, ребят, да. Короче, Shadow Fight 3, и мы будем опять Инквизитора Рейнхарда валить. Короче, я его уже победил один раз, но потом сразу закрыл игру, у меня заново все началось. Вот сейчас, видите, тоже один бой провел. Короче, тактика очень простая. Мы его сначала зажимаем в углу, просто... Сейчас покажу, если получится у меня. Сейчас мы ему нанесем. Смотри, зажимаем его вот здесь в углу. Вот, я его уже вот таким образом побеждал. И просто стоим и закликиваем его. Просто спамим. Вот те, кто тоже не могут пройти, чуваки, вот так вы его на изи пройдете. Смотри, закликиваем его. Просто стоим, кликаем. У нас потихоньку теневуха, видите, растет. Он просто стоит в блоке. ХПшку мы ему чуть-чуть там отгрызаем что-то. Сейчас у него будет новая стадия. Ай, нет, это не по плану пошло. Ну, хорошо, кстати. А, вот, видал? Смотри. Вот, опять стоим, кликаем. Ничего он нам не сделал. Вот, и просто стоим, кликаем. Опять его закликиваем. Не у него это уже вторая стадия. Полоска уходит. Сейчас мы его дождемся, когда у него начнет ХПшка восстанавливаться. А теперь стреляем. Ага, не попали. Это не по плану. Это и пошло не по плану. Сейчас вот стреляем. Ага, он улетел. Ну, жопа. Тогда жопа. Тогда, чуваки, другой план. Какой? Я пока не знаю. Все, пошло не по плану, ну как всегда. Это бесит, когда на видео пытаешься показать, и у тебя ничего не выходит. Хотя первый раз я вот сейчас убил его на изи. Так, ладно, хорошо, попытка номер два. Ну да, не всегда это может срабатывать, но тем не менее. Тем не менее, чуваки. Хорошо, сейчас. Ну, теперь у меня не будет... Да, у меня сейчас не будет, блин, нифига, теневой, ладно? Сейчас попробуем. О, вот так, да. Ага. Не-не-не! Кликаем! Да урод! Теперь нет, теперь убегаем. Это все не по плану. Это не по плану, чуваки! Боже, ну жопа, теперь он меня убьет, походу. Ну, ничего страшного, ладно. Ничего страшного. Да, боже! Хорошо. Ой, отлично! Давай! Вот, сейчас по плану! Вот сейчас! Нет, не тот удар! Не тот! Вот! Отлично! 2-1 и до свидос. Ух, ладно. Немножко не по плану пошло. Ну, короче, я его в углу зажимал. Бил. Как у него только, короче, его вторая стадия заканчивается, да? Я сразу же теневуха у меня накапливалась к тому моменту. Я, значит, что делал? Я сначала его бил шипами, ну, вниз, теневуха вниз, короче. Бьешь его шипами, бах, он там либо падает, либо бывало, что он просто за спину мне начинает уходить. Я его с арбалета стреляю, короче, по нему. Его цепи схватывают, и я потом еще с арбалета теневухой стреляю, и все. Две тычки, и он сдыхает. Вот, первый раз я его прям так победил. И первый раз, который не зашел на видео, когда я его два раза вообще победил. Вот, там мне два раза по 2-0 я выиграл. Ладно, короче, Хельга, что здесь происходит? Что вы сделали с моим отцом? Он пал жертвой заговора. Вот Ахайм предал легион, напал на вашего отца и помог сбежать пленному северянину. Но не переживайте, господин Рейхард жив, просто без сознания. А, это еще ее отец. Эй, Грета, ты что, с ума? А разобраться с этим делом было поручено мне и моему брату. Мы хорошо знаем повадки предателя и обязательно поймаем его. Правда, Гизма? Не волнуйтесь, леди Рейнхард. Мы быстро. Одна нога здесь, другая там. Спасибо вам. И обязательно схватите северянина, которому он помог сбежать. Это их молодой княжич, важная фигура. А, то есть, получается, сержанту помог сбежать... О, Свен, да? Если мы будем и дальше идти так медленно, лесные братья без нас царя кабана сидят. В легионе ты растерял всю прыть, и это не красит тебя. Петля на шее будет красить меня еще меньше. Видишь того молодого парня? И про того, у которого глаза бегают? Он из отреченных. Если что-то заподозрит и поднимет тревогу, нам конец, я его вырублю. А ты сиди тихо. Так, потом Акагуна, мастер ядов. Окей, ладно, следующий бой. Надеюсь, он не будет таким
таким, сука, сложным. Так, курьер отречен. О, сержант теперь со своими... Ага, прикольно. А что это? А, прикольно. Ох, да, давно мечтал этот удар провести, чуваки. Как же мне нравится. Ой, хорошо, ой, хорошо. А, он яды мне накладывает, да? У меня хпшка уходит. Так, курьер отреченных, ну ладно. То есть, получается, будет так, ну, на один бой какой-то слабый, а один бой будет жесткий. Куда ты, чел? Пау! Да, два яда, видал, наложил. Пау! А ну-ка. Ой, хорошо. И... А, нет. Ой, это цепи. Цепи и кольца. А вниз что? Ага, вот эти вот шипы, короче, я включал и этого Ренхарда заваливал. Ну и все, короче, курьер вообще изи. Ну а сейчас, походу, будет один бой, да, скорее всего, один бой обычный, а один бой какой-то будет жесткий. Так, редкие ключи, спасибо. Ну окей. А, господин Хайм, подождите, не знаю, куда вы собираетесь вместе с этим Севрением, но нам нужно пойти с вами. Эльга думает, что мы вроде как вас преследуем. Умно, да? Мы на ходу это сочинили. А, так вот, почему ты так медленно плелся, просто ждал своих друзей. Сказал бы сразу, братья их примут, как дорогих гостей. Так, короче, заткнитесь все. Продолжите в этом же духе, я вас прикопаю по дороге на севере и пойду один. Так, окей, брат и сестра, увечья. Я вижу деревню, наконец-то, я уже думал, этот лес никогда не закончится. А северяне, я смотрю, шумный народец, уже начали праздновать. Это звуки битвы, на деревню напали, Рагнар, наверняка его рук дело. Рагнар? Иди проверь, как там Нона, с Рагнаром сам разберусь. Маловато я его порол в детстве, вот что, Гизма, отвлеки на себя его, ребят. Окей. Так, пойдем, брат и сестра. Так, брат и сестра, подельник Рагнара. О, вот это уже жестко. Блин, и мы опять за этих балбесов играем? Зачем? Ух, жесть, а у него теперь вот это... Понял. Понял. Ой, хорошо, как я вовремя присел. Да ты чё? Да чё ты за удар делаешь, чел? Боже, 8, смотрю, у меня каких-то костей. Куда ты котишься? Да, управление заело! Бесит! Просто берет, катится и катится. Балбес, что ли? На. Давай! Да давай! Да сука, где ты уже, идиотина? Какой он конченый, а? Ой, хорошо! Давай, последний удар! Ну! Да нет! Как ты промахнулся? Гизма, ты тупой, а? Ну жесть, ну жесть! Просто идиот, как он промахнулся! Это бесит! Это бесит! Вонючий ниндзя, смотри какой, а? Хорошо, ладно, попытка номер один была неудачной. Первый блин колол, как говорят. Ладно, ладно, братишка. Братишка, сейчас мы... Расфигачим, а, хотел полететь, но не полетишь. Да не повторяй ты за мной, урод. А, понял. Блин. Да господи, этот меч просто такой медленный, аж бесит. Сука, иди сюда, урод. Тупой. Да ты чё один-то удар делаешь, а? Да иди в жопу. Жесть, а что так жестко начинается опять, а? Какой этот меч медленно нажимаешь кнопку? Ой, сука, его 3 дня, блядь, раскручивали. Ты идиот, нет, Гизма. Ты можешь, блядь, быстрее бить? Что за меч дебильный, а? Просто не понимаю я, как можно так... И дурак, ты вышел на бой. Как можно брать с собой такое оружие медленно? Против тебя какой-то супер-пупер ниндзя, а ты, сука, взял огромную мечамбу, блядь, 2-метровую. Пока ты... Смотри, ну пока, смотри, пока он бьет, этот чел уже мне 500 ударов наносит. Ну, конечно. Вот жесть, а. Ну, смотри, чё, смотри. Просто пипец какая-то. Какая-то пипец. Отлично. Да боже, это ты чё, удар дебильный? Кто его придумал? Прыжок тупой, который просто ни хера ничего не дает.
Ну смотри, я сейчас прыгну, пока я... А нет, фух, удачно. Я думаю, блядь, пока он прыгнет, взлетает куда-то в небеса. Там уже 500 раз его из базуки расстреляют нахер, он только падает потом. Еще одна дура, блядь. Ты вообще слабая, как ты можешь брать такой меч? Смотри, пока раскрутит его. Смотри, этот чел как прыгает со своим мечом, просто бешеный какой-то, быстрый. А эта дура, смотри, пока размахнется, пока ты, пока все. О, еще говно какое-то раскидывает. Так, хорошо, а что за кнопка у нее вот эта? Не, ну я не буду нажимать, чуваки. Не-не-не, не наступай в это говно. Уйди. Кидай. Ой, хорошо, молодцом. Вот сейчас, да, вот сейчас. Ну не промахнись на этот раз, ох. Какая же ты дура, Грета, какая же ты дура, а? Да все тут дураки, просто идиоты. Опять ты, да боже, ну зачем, опять этот ниндзя? Только у него уже другое оружие, я же вижу, что это ты, чел. Я же вижу, что это ты. Ой, хорошо, да второй-то удар что не попадает. Ой, да. Ну опять начинается, меч просто не может размотаться. Окей, ушел. Ай-яй-яй. Так, ладно, есть. Все! Да, хорош. И! Кидай, попадай только, пожалуйста, дурочка. Ой, отлично. Ой, какие же они бесполезны со своим мечем. Блять, схватили самый огромный меч, думают. Ну все, теперь я, блядь, я Бэтмена могу победить. Да какой там нахер, лучше бы взяла, не знаю. Боже, какую-нибудь палку, блядь, короткую, не знаю, нунчаки возьми, они и то быстрее и намного полезней, чем ваши мечи бесполезные. Ой, так вроде все, наверное, по этим северянам не поймешь, кто из них бандит, а кто пахарь. Они все выглядят как бандиты. А, попридержи язык, у нас и без этого достаточно врагов, так что давай, не будем добавлять в их список сразу весь север, хорошо? Ладно, хорошо, детские обиды. Сколько нам еще боев здесь, боже. Так, беру свои слова назад. Этот Рагнар выглядит как бандит бандитов. Надеюсь, господин Хайм будет в порядке. Ага, в бой. Потом Кагуна. Кагуна или Кагу... Акуна Матата. Не знаю. Ёпа-мать, блядь. Охеренно. Рагнар Острозуб. Ну, поехали. А мне похеру, чел. Держи по башке, урод. Будешь дудеть, блядь, у себя дома. А, урод, понял. Ясно. Ой, хорошо, как поддудел. А, поддудел? На, иди сюда, чел. Все, режим терминатора. Иду. Да что не ударил-то? А что не ударил, сержант? Ты дурак? Давай, ладно. Боже, а что ему так хпшки-то не отнимаю, нихера? Давай, дуди. Нет, не дуди. Ну ладно. Сам напросился тогда, говно тупое. Ну, это проигрыш. Я уже не тот, что раньше. Да, я вижу, что ты не тот. Ты урод! Так, хорошо, он мне накладывает что-то. Каких-то волков, чуваки, он мне накладывает. Не знаю, что это значит. Так, сейчас он будет дудеть. И у них у всех меч, это ой, меч, говорю, этот. Боже, как он дохера отнимает просто. Какое-то кровотечение еще накладывает. Боже, да это же жесть какая-то. Что за херня, а? Это же какая-то жесть лютая. Ой, хорошо. Иди в жопу. Иди в жопу. Ну это просто жесть. Ты посмотри, сколько он отнимает, сколько я отнимаю. Ну и пипец. Опять начинается вот эта вот хиромантия. Это что за говно? Ну смотри. Ну опять, ёб твою мать, ну что, кто это придумывает? Такой бешеный дамаг. Бешеный, ну конечно. Смотри, блядь, просто что-то там взданул свою дудутку, блядь. И просто половину хп почти мне снес. А я ему лол хпшки там отнимаю. Давай, дуди, дуделка. Да сука. Ну, конечно, и когда я иду, надо именно дудеть. О, говно тупое. Ну все, что, ГГшка, чуваки.
Да, даже не попал по мне, я сдох. О боже, ну какое же говно, а? Какое же говно. Кстати, с Рождеством, да. Ну вот праздник такой сегодня, да, кстати. Всех причастных с Рождеством, серьезно. Вот. Ну, муж и мне игра сделает подарок, а? Муж, я выиграю, пожалуйста, а? Давай, дуди. Дуделка, блядь. Дудка твоя тупая. Иди сюда, говно. Ну как? Как? Он же увернулся! Ну конечно, конечно же. Тогда именно и я бью. Иди сюда. Да охереть, блядь. Вот он мне сносит, а. Просто, ну что это? Что это за суперудар, блядь? Ульта какая-то, которая ни хера почти не отнимает. Сейчас дудеть будет, да? Давай, дуди. Да, я понял. Так, отлично. Ой, промахнулся, а я не промахнусь, говно. Лови. Ой, отлично. Еще. Нет, не попал. Ну-ну-ну. Нет, наверное, не тот удар. Ну, или тот. Да, 1-0. Ух, жесть, чуваки, жесть. Какое же говно, а? Великолепно, видишь, ну это прям на тоненького, прям вот-вот-вот-вот, еле-еле мы прошли, считай, что. Так, ладно, поехали, дуди. Ну-ка, ну ты урод, а, первый раз не задудел, а потом задудел. Держи, ну это бесполезно, кстати. Ну ёб твою мать, да сколько ты можешь дудеть, у тебя что, дудка не заканчивается, а, уродина? Ты тупой. Да ты посмотри, сука, что делает, а, дудит он, дудит без конца. Уходим. А, я знал, что ты сейчас будешь дудеть. Тупая ты дудулка. Дуди! Нет. Дуди! Ух ты! Блин, да как ты достал? Хера, вы видели, там 2 метра было. У него нож коротыш. Вы видали? Охереть, это что за дамаг такой? Давай, дуди. Ну, дуди! Дудка! Нет, не дудит. Сейчас ударю и будет дудеть, да? А ты вот урод, а? Вот сейчас, да. Боже, бей! А, ну как это работает? Охереть, смотри, у него... Что за пулемет? У тебя там не дудка, а пулемет, блядь. Дудит и дудит, говно такое. Иди в жопу. Не, я тебе ни в ухо не буду портить, тратить, потому что это бесполезно, чуваки. Так, я ударил его, да. Ну, жопа. Смотри, сука, вот как с пулемета херачит, а. Боже, смогу я его выиграть, нет? Может, смогу? Может, смогу, чуваки? А? Да. Да! Опять на тоненького, но 2-1. У-у-у-у. Ладно, сука, пулемет, а? Вот же достал. Потом Акагуна. Рагнар, сразу, я бы назвал его Рагнар пулемет. Дуди, дуделка. Ой, хорошо залетело. Лови. Давай, дуди! Да как ты достал? Сука! Тупая ты, дуделка! Давай! А, видишь, он не тупой. Да, это бесполезно! Вот этот прием лучше вообще не использовать, чуваки. Он просто бесполезно. Да как? Да сука, там 5 метров было! Ты тупой, а ты... Ой, боже! 2-2! Боже, как он достал, а? Тупой дудел! Давай, дуди. Ну вот, я знал, что ты подудишь. Ну, боже. Как он... Так. Смотри, что делает. А? Ну, конечно, подуди, дуделка ты тупая. А? Да бей! А, ну это ГГ. Это ГГ, боже! Как ты меня бесишь, сука, Рагнар пулемет! Фух, хорошо, собрались.
Вот этот удар только более-менее нормально отнимает. Ну, хотя вот сейчас меньше отнял. Да ты чё, идиот, что ли? Окей. Нет, не доставай. Вот так. Будем по такой схеме работать. Ну! Ой, хорошо. Нет! Ой, хорошо. До свидос? Да. Ух, 1-0. А, ладно. Пока неплохо получается. Ну, первый раунд, по крайней мере. Ох, хорошо, 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 чуваки, хорошо. Так, уходим сразу. Бьем. Не тот удар, правда? Не тот удар. Вот этот надо было. Да, отлично. И еще, оп. Все, теперь уходим. Дудит. Бьем. Ловим. Вот. Отлично, поймали два раза. И еще сверху накрываем. И уходим. И уходим. И оп. И нет, уходим. Дудит сейчас будет. Оп. Бьем. И с разворота. И с разворота два раза, да. И еще сверху накрываем. И уходим. И уходим. Кидаем. Удар это. И с разворота. Нет! Да, отлично. И накрываем сверху. И бьем. Передний удар. Да! 2-0! Ух! Хорош! Прям рекордик. Прям рекордик. Пока по рекорду идем, чуваки. 2-0. Пока по рекорду. Ладно. Отходим. И сдалеко. И с разворотика. Оп. Да, хорошо. И сверху на... Отлично, отходим, кидаем. Прям, видишь, все хорошо, прям все по плану. Ой, хорошо. И сверху еще накрываем. Отходим, кидаем. Тяжелый удар. С разворота. С разворота еще раз. Обычный. С разворота. Кидаем. Бьем тяжелым ударом. Обычным. Ой, хорошо. Отходим. Теневухой. И теневухой. Прям как в детстве, чувак. Прям как в детстве. 3-0, говно. Понял, кто здесь батя? Понял? Понял, кто здесь батя, говно? Лежать, сука. Ух, ладно. Легендарные ключи. Так, спасибо за помощь, вот. И вам, легионеры, но мы опоздали. Матушка уже отправилась в бесконечное путешествие. Проклятие, мне нужно отдохнуть. Идите пока, попразднуйте. Не время отдыхать, матушка оставила тебе дар. Но чтобы его получить, тебе придется взойти на мост между мирами, пока зимняя звезда еще высоко. Ого, наследство? Сержант, вы теперь богаты. О, ты ведь не забыл, где арена предков? Пойдемте. Пойдемте. Сколько здесь еще боев, господи, тут не заканчивается просто, чуваки. Это же вечный покой. Законы легиона запрещают сюда входить. О законах легиона будем думать потом. Я готов, Свен. Что ж, начнем. Благословенный бой перед лицом наших предков. Да поможет тебе огонь. Справлюсь сам. Слушайте, а у вас все там боями решается, а? А в магазин за хлебом, если сходить, такой тоже приходишь? Так, мне нужен этот хлеб. И кассир такая, нет! Но чтобы его получить, тебе нужно подраться! И давай, короче, не метелиться за этот кусок хлеба. Жесть! А, вир, нихера он себе хпшку восстановил. А почему такие читы, сука, у вас у всех, а? Да в жопу себе засунь, это бомба, урод. Куда ты прешь на баке, а? Я говнаря кого-то там убил, который вообще практически неубиваемый был. Да херен ты! Жесть! Это что такое? Да ёпа мать, блядь! Это что за говнарь какой-то, а?
Да нет, вот это удар вообще самый бесполезный из ударов, чуваки. Ну это жесть, да. Соберись, брат! Да, конечно, соберись. У вас, блядь, сука, уроды какие-то, которые сами себе хпшку там восстанавливают по 500 тысяч в минуту. Как тут соберешься? Тут удар дурацкий вот этот, с разворота бить. Лови, говно, я тоже так умею. Вот. Вот. Ой, два раза попался. Ой, тупой, три раза попался. Лови, говно. Да тихо! Сучоныш! Ты чё? Гадёныш! А? Забыл, кто здесь батя? Я тебя напомню, ура! Батя здесь один! Это я! Умри! Вир! Что за вир? Ведро в мусор хотели написать. Вампир. Так, это что, этот будет кровь у меня пить? Будешь отсасывать, да, у меня? Как всегда. Давай, иди сюда. Куда ты? Начал уже сосать, я смотрю, да? Сейчас. Держи. А-а-а, попался. Надо его перекинуть, да. Вот так, урод. А теперь вот так, урод. И еще вот так, урод. Ну ладно, это... согласен, это не так эффектно. А вот это вот теперь эффектно. Прям в черепушку твою тупую. Режим троллящего бати включен. Так, ладно. Я схожу с ума. Идем дальше. А ты хорош. Я поневоле загляделся на тебя. Удачи тебе на той стороне. Окей. Так, потом Акагуна, испытание Древаров. Сын огня, ступи на мост и покажи свою силу. Тысячелетний волк, боже. Ну жопа, ну сейчас опять начнется жопа жопная. Жопа жопная, жоп жоп жоп. Так, Древар Руальд. Понял. Так, окей, какой-то огонь. Какой-то огонь. Чё он делает? Чё? У меня жопа горит, что? Что происходит? А? А у него жопа горит? А у него хпшка восстанавливается, ну конечно же! Кто бы мог подумать? Как же это? Тяжело догадаться до этого. А ну-ка сдохни уже, лысая башка! Пока я тебя пирожка не забрал! Да боже, он хпшку восстанавливает, умри, говорю! Не нужны нам пирожки твои с котятами. Хорошо. Так. Один минус. Ой-ой-ой. Древара Сита. Какая? Мама Сита. Это папа Сита. Что-то песню такую помню, да, была. И спасита. А отца Сита. Да, помню, чел. Ты из этой песни, да? Ты урод из этой песни, да? Ну скажи же. Да давай уже умирай, боже! Что за уроды? Не умирает все. Мама Сита, что-то там мне принеси-то и спаси-то. О, а у вас еще и баба, да? Вы еще и девчульку какую-то, свою банду, сука, лысых уродов позвали. А? Ита что-то тут забыла. И борщ должна готовить, а? На кухне там что-то пылесосить, блядь, не знаю, что вы там делаете. Ну не тут же драться, а еще и лысый. Фу, быть такой уродиной. Вообще, ты что, вообще офонарила? А как держи, здоровый мужицкий булава на башке. Фу, хорошо, так, ну это как-то изи прям, 3-0. Какие-то они, не знаю. Ну, короче, они то, что не в сете. Первое испытание пройдено. А второе какое будет? Потом Акагуна, твой великий предок здесь, чтобы зажечь свою кровь. Возрадуйся этой великой чести. Зажечь? Нет уж, дудки. Ой, только не говорите про дудку, блядь. Опять тут с дуделкой будет? Нет. Не-не-не-не-не. Потом Акагуна. Кагун. Ну, здорово, Кагун. Как оно, а? Как оно? Люлей-то отхватывать, а? Кагун. Говнюн. Ай-яй-яй, а ты такие же удары, как я, делаешь?
Ах ты, сука, повторюха. Ну хорошо, иди сюда, говно. Теперь моя очередь. А я какой аспект промазал? Ты тупой, что ли, сержант? Ты как промазываешь? Издали ты его как следует. Давай! Давай! Ты сможешь, сержант. Ты сможешь. Ты же... Ой, а он повторяется за мной. Смотри, а? Какое говно такое. Так, что там, сука, кидаешь? А ну-ка, получи. Сосульку в жопу. О, хорошо, ладно. Кагун-смагун. Раунд 2. Божечки, ёжечки, видео уже затягивается. Я думал, что мы тут быстренько пройдемся по этому приключению. А тут нихера ты топоры кидаешь. Откуда у тебя такие топоры, урод? На, прям по коленке. По коленной чашечке. Говно. Это очень больно. Да хватит повторять за мной удары. Давай, давай. Ой, отлично. Вот тупой. Ох, нихера себе. Это что? Сука, за фокусы еще, а? Ты фокусник, что ли? Ненавижу фокусы. И фокусников тупых. А, ну конечно, да. Он сейчас меня ударит, да. Ай, по башке прям, по лысе моей. Про тупой лысый. По башке какой-то нахер огонь. Ты, вонючий скорпион, блядь. Откуда у тебя огонь, а? Откуда у тебя огонь? Ну как? Ну нет! Это ГГ? Да, это ГГ. 1-1. Ну хорошо, сука, кагун. Кагун вонючий. Я понял тебя. Я понял. Не повторяй за мной, ты уродина. Ты тупая. А что вообще? Я его кинул, сука, ничего не отнялось. Типа ему похеру? Какие топоры, урод. Давай, иди. Ха-ха. Давай, лунная походка закончилась, да? На, какой огонь, я ж тебя предупреждал, сука, без огня. Детям спички, игрушки, типа, да, таким тупым фокусником, как, сука, ты. А, не успел, говно? А я вот успеваю. А я вот успеваю. Ап, успел и сейчас, да? Ушел от твоего тупого. Ладно, сейчас не получилось, окей. Но зато от топора увернулся, а это намного больнее. Опор в голову, это намного... Вот сейчас, видишь, вот сейчас не увернулся. Получай, сука. Получай, тупая башка. Ай. Ай! Ответка, да? Ну ладно. Да, держи, говно, кусок. 2-1! Ура! Батя тут. Батя на месте. Бать, ты тут, бать? Нет. Да нет. Боже, не знаю, где батя. Ладно. Я батя, чё я не знаю? Я батя. А, почти увернулся, говно. Так, хорошо. Ой. Ха-ха-ха, промахнулся свой суперудар, промахнул. Да чё? Да как ты это делаешь, ты уродина? На, лови. Давай, пока идешь, я тебя еще запулю. А еще? Нет, ладно, на это уже не повелся. Хорошо, молодец. А ты учишься? Тупой. На, держи. Не-не-не-не-не, что-то в размен идем, чуваки. Идем в размен, в жесткий. А вот это хорошо. А! Боже, не то! Сука, забываю, что это тупые удары. Лови. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Убивай его! Ха-ха! Фух! Фух, воняет от тебя говно. Фух, достойная победа. Ты доказал свое право носить титул древа и владеть силой огня. Служи заветом своих предков с честью. Что? Великолепно. Здорово. Великолепно. А-да-дам. Открываю глаза. Да-дам. Так, какое-то привидение сказало мне, что я теперь древар. Ты все знал заранее, не так ли, Свен? Я только подозревал, в юности ты отказался от своего права, но матушка вернула его тебе. Ты же понимаешь, что я не останусь здесь, я не святой и не аскет. Такая жизнь не для меня, лучше я буду хорошим тюремщиком, чем плохим древаром. Ты хорош во всем, что ты делаешь. Я бы убил за твою силу, я всегда хотел стать древаром. Но пока что мне придется последить за братьями вместо матери. Вот и я хочу делать то, что мне нравится, а не то, что хочет от меня север. Что ж,
Тогда добро пожаловать на праздник Зимней Звезды, братья и сестры. Поспешим, пока мы не пропустили лучшие драки. Опять драки. Ну да, ну как же без них? Ладно, чуваки, прервемся на секундочку. Ну как на секундочку? На денек, может на пару. И продолжим в следующих видосах. Давайте уже пройдем эту огненную кровь. Я хотел бы перед Новым годом вообще все приключения пройти, чтобы уже закрыть, скажем так, этот гештальт, чтобы в Новый год вступить без всяких вот этих своих там каких-то недоделок, недопроходов, недопроходелок. Ну, короче, ты понял. Давай, с праздником тебя. Всем удачи, всем пока.